И лучиков нету. И там летают ебаные эти хорнес. Я, короче, собрался. Блять, самое основное забыл. Кровь. Пиздец, лечу. Собрался. Так. У меня 400 крови. У меня 250 есть, наверное, хватит. Оружие у меня арбалет синий. Не знаю, хватит отбиваться, не хватит. У меня шпилька тоже должен быть. Что должен? С рапторами за пары. Пика, меч. Ближний бой. Блин, нет у меня ни пики, ни меча. Ну а что ты в раптора с арбалета будешь что ли стрелять? Который тебя грызет, откидывает. Залезет на тебя когда. Болосом его заарканить и все. Ну смотри. И настреливаю в башку. Куда? Генезис? Или к тебе вначале? Ко мне зайди, жука забери. Пока воротины крафчу, мне тут воротины понадобится. Ясно. Так, ну я запись включил, Миш. Только запись? Только запись, да. Сегодня без стрима. Вчера 4 часа, позавчера 7 часов. Ну куда можно уже? Не, хотя так и надо, в принципе. Кто-то тут на острове этот, на островке домик строил. Друзья какие-то, владелец друзья. Ничего, перестал? Ага. Так стоит хибара. У тебя жемчуг есть? Жемчуг? Да. Белый. Черный. Черного нет. У тебя же гача есть на черный жемчуг. Так я еще их не ставил, в краподах сидят. Хочешь, я тебе могу дать самца у меня с собой, по 40-й. Ну там побольше, конечно, уже. На спаривание поставишь там самок. Давай. Да, блин, да что же за херня? У меня что-то это... Птер не садится. О. О, у тебя же дютики сидят, да? Топовые, что ли? Или не? 1149, не топовый, да?
Или один все-таки топовый, да? 224-й, вот он. На баранине. А-а-а. Топовый на баранине. Там 4 уровня разницы. Слушай, нафига тебе пингвины? Для яиц. Для каких яиц? Пингвиних. Пингвиних? Так, ты меня сбил. Я забыл, что хотел сделать. И что с этих яиц? Ты куда хочешь, туда тратишь. Типа, в смысле, на гнездо, там, на вот это все, да? На киблы. Да. А киблы с них какие делаются? Белые, простые сами. А-а-а. Да, жесть. Улитка на привязи. Так, ладно, где мой этот жук? А у жука тут удобрение еще. Да выкини. Со 7 удобрений. Так, ну что, погнали. Сейчас. Ты на чем полетишь? Сейчас подожду. Мне бог-то там не унесет. Пофигу. На Рекси пойду. На тебе эту поставлю. Гача, самец. Да, включи спарование. Надо сейчас ему, наверное, уровни поднять. Идет спаривание с уровни у него не поднялись нифига. Рано как-то. А тут же, наверное, прибавляются, да, все показатели, наверное, да? Или нет? Здесь же на Рагнарке, наверное, прибавляются они. Кто? Ну, эти все, наверное. Жизнь, там, опыт. Ну, почему-то гача его ни одного уровня не это не взяла. Или он еще просчитывает? Если долго сидел, значит просчитывает еще. Ну, вчера день, ночь. Ты сейчас пришел сюда, только перекинул? Да. Подожди.
А чё ты вторую сразу бы тоже поспаривал? А, это у тебя самец второй, да? Сидит. Вторая фуфу там, да. А, самец сороковой. Ты где делся? Ну, красный полетел. А, ты уже полетел, ты не ждешь там, гач? Так, ладненько, я тоже туда. Да? Ты там главное это, скажи мне, где там это? Ресница. Блин, время уже. Успеем мы за 40 минут, не? Не знаю. Наверное, дольше искать будем, да? Чем приручать. Угу. О, базик тут плавает возле берега. Сто пятидесятый. Прям возле берега, Миш. Оставь его. Приручит кто-нибудь потом. Если успеете. Да, его бы хорошо на этих, на киблах, да? Надо смотреть разницу, сколько урона. Генезис. Да? Давай, жду. Где там резаться-то? Болото. Болото. А в болоте там что, вариантов нету? Краю посередине. Да что ж нету. Когда ты хочешь, будешь, будет вариант. А. Я кровать взял на всякий случай. Болото легко. О! Чё, сразу нашёл? Где я? Да. Какой, 150-й? Алло! Читы тут рядом резнулся. Чё-то она мне тут... сказала по-английски. Ты с мечом, да? Сейчас давай трейп.
Блин, дай-ка броню сейчас одену хоть. Ты чё заранее-то не одел? Да, штанишки нацеплю, о, все, замочись. Дистанция, канал, также можно изучить существ для вас, выпуская кей, когда вы смотрите на мишень. Какая-то херня, да? Канал Хелена. Ты трайп создал? Трайп, да, сейчас. Трайп. Создать племя. Все, да. А это что еще за яйцо? Где яйцо? Ну вот это что это за херня? Это дерево. Дерево такое? Газовое дерево. Лишь газ извергает. Так, ну прикольно. Ладно, чё, паука ищем? Так, где мы находимся? Ну, в принципе. Пошли пешком. Ни хрена себе, он у тебя 331. Или это ты ему? Я ему. Твою мать, они бегают. Ай-яй-яй. Всякие бы. Вот, стреляй с арбалета в них теперь. Где она прыгает, да? Жесть просто. Так, вон, пойдем под первое дерево. А там уже посмотрим. Черт. Ай ты, блин. Это еще что за херня, а? Черт тебя дери. Слушай, ты где там есть? Я тебя потерял. А, вон он ты. Обалдеть, меня сарказуха этот вынес аж, не знаю, километров на 10. Не километров, но метров. Я прям на нем стоял и в башку ему стрелял. Перелетел. А? Подожди. Перелетел. А у меня хилок нету ни хера. А, ты на дерево прям бежишь? У тебя меча там лишнего нету, не? Отбивайся. О, еще какая-то стрекоза. Рядом. Че, крюки кошки надо доставать, да? Я так понял, нужен второй арбалет, короче, да? На крюки кошки его поставить. Оп, вот так вот. Чик. Этот сюда, а этот туда. Ну и чё, ты зацепился? Я надо с телефона открыть, посмотреть, что здесь есть. Мухи летают. Стреляй в них с арбалета. Жесть просто. Да откуда эти мухи, а? Слушай, прям полчища мух. Где-то еще, вон, еще летят, Миш, давай. Я меч, дай мне меч, я буду отбиваться. Я не попадаю с стрелами. У тебя бразук 150 есть. Капразук? Сейчас я зиплайн натяну. Так у меня нету этой штуки подниматься. Возьми. Стрельни в них. Так, не, ни хера не попадаю. Давай зиплайн. Тут он прыгает. Да этот барионик сходит. А, раптор вон он с той стороны. Потом вернешь, дорогой.
Наверну. Блин, надо было мне меч тоже крафтить. Опять мухи летят, да ты глянь. У меня есть дубина. Я все поехал. А я? Спуститься по зиплайну или как? А как подняться? Куда эту штуку ставить? Ты мне ни хрена не объяснил. На вас нацелен рой. Нажимаешь и поехал. Вверх. И ту кошку крюк открываешь, цепляешься чуть выше. И все. Да нифига оно. Только спуститься и все. Газ бензином заправь. А, ты этот. И на штаны надень ее. Да подожди, тут эти гребаные мухи. Блин, титанобой еще. Ё-моё. Я тут с топором с одним. Я тебе говорю, ближний бой нужен. Обалдеть просто, у меня... Ты говоришь, арбалета хватит. Так, куда эту хрень надевать? На штаны. На штаны? Все, одел. На штаны, перемещаться по зиплайну с двигателем. Закончилось топливо, у меня топлива нету. Ты бензин забыл, что ли? Да, я поставил крафтиться, он долго крафтится. Опять мухи летят. И что, у тебя вообще бензина нет? Вообще нет. Чего я тут отбиваюсь, я вообще ни хера не пойму. У меня брони сейчас будет жопа. Почти. Тут еще и раптор ходит, ё-моё. Короче, бензина у меня нету. Сейчас я спущусь. А на какую крюкошку отпускать? На С, да? Отпускать в каком смысле? Ну, освобождать. Эх. Так, ну я тут вот. Дай бензинчика. Пять, дай бензина. Опять херня летит, да ты глянь. Она здесь всегда летит. Без остановки. Да а чё так придумали-то? Так, здесь пусто, пошли ко второму дереву. А, ну пойдем. У меня выносливости что-то нету нихера. Они сожрали тебе всю выносливость. Вот они опять летают. Они отравляют ядом. Да понятно, что они отравляют ядом. Я теперь бежать не могу. Тут сейчас какая-нибудь хрень, да, будет? Я ненавижу такие места, блин. Болотистые, какие-то склизкие, бля. Мерзость всякая здесь ползает. Шипит, рычит. И жара полетела. Ты зиплайн запускаешь? Не знаю, вертикально так, наверное, не натянется.
Сейчас попробую. Мухи летят. А? Да я слышу, что летят. Звук-то включен. Надо было от насекомых средства. Или оно не спасает тут? Должно. У них радиус агро большой. А. Опять летят, это грань. Затянул? Нет. Далеко. Куда ты потянул его далековато отсюда? Наклон. Наклона нет. Сейчас я их отобьюсь от них. Ну и что, ты не привязал? Отсюда, значит, и вот по это дерево, да и все. Тут более повыше просто. Залазь сюда. А куда ты делся? На пень. Залазь. Пень? Как я тут залезу на него? У меня ж этих нету когтей. Говорю, кошка, зачем когти тебе? Мухи за мной летят, спасай. Пробей, нажимай, второй раз сюда стреляй. Просто трое тут. Угу. Ты кошку подготовь, подожди. Иначе ему не запрыгнешь. Пробел и крюкошку? Пробел, да, жми, потом вверх часть крюкошку цепляй. Видишь, низковато крюк, зиплайн. Его тяжело цеплять. Ай ты, блин! Ты мог за это же дерево зацепить, куда лез? Куда-то в сторону вообще стрельнул. А теперь как мне тут быть, блин? Ты где там? Спускайся заново, то же самое делай. Да хер его знает, как тут, блин, быть. Пигабастер 130-е, два штуки. Ай, блин. Че, умер? Да как пробил этот работает? Я здесь на ветке на соседней. Это жесть, короче, просто. Я на пробил. Стреляй вот сюда. Куда? Вот сюда стреляй, вот на меня стреляй. Крюкошкой сюда стреляй на меня. Стреляю. Вот, и лети сюда теперь, зажимай левую мышку. Пошли теперь отсюда, сейчас на другое дерево попробуем. Тут они вообще хоть есть, ты по телефону смотришь? Да здесь не видно их. Как они называются? Бладсталкер. Корабей. X-Raptor.
Реоник, стоп. Они по-английски, по-русски. Блин, там страшно. Чё там страшно? Кто там? Иди сходи, посмотри. Не, спасибо, я тут с крюк-кошкой еле справляюсь. Надо было крылья Сабера еще взять, чтобы летать можно было. Повыше бы вот туда зарезали, на соседи дерево бы перелетели просто. Кстати, я их скрафтить могу. Ну да, мне тоже. Правда, они крафтятся это. Да, что тебе нужно? Нет. Сейчас гляну. Да, они в верстаке, по-моему, крафтятся. Верстак, но... Волокно кожи синий самоцвет и слиток. 60 штук. Так, платформа ладно, для прыжков есть. Здесь дистанция далекая. Очень большая. Слушай, а получается, а если меня схватит какой-то низкоуровневый бладсталкер, что мне делать тогда? Срываться сразу. В смысле, мочить его? Да? Там надо сжать что-то, чтобы это... Внизу, типа, рывки будут. Блин, я тут нихера не вижу. Я тоже сейчас... Тут тупик, короче. Просто ветка и все. Я тут иду по какой-то веточке. Крюкошка, цепляйся на соседнее дерево, здесь есть проход. Да? Да, справа там, за кустами. Вот где я стою, видишь? Не, не вижу тебя. Вот, видишь? А, все, вижу. Вижу, вижу. И сюда цепляйся. Блин, я вообще потерялся. Ты дальше, дальше пройди, тут видно будет. Потихоньку по дереву пройди дальше. Иди, 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 иди. И? Тут просто... Еще там есть дальше проход. Дерево видишь? Ты меня видишь? А, ну все, вижу, вижу. Вот, все, я пошел по ветке. Оно? Вот, все. Вот сюда спускайся теперь. Здесь можешь спрыгнуть, но крюк-кошку держи на запасе. Блин. Я мог просто опуститься. Если бы промахнулся крюк-кошкой, быстрее льнул сразу и все. А если бы не успел и все? Знаешь, как высоко. Не успел, все, значит. Начинай все заново, да? Подъем. Нифига здесь роя насекомых. Ну они внизу, наверное. Насекомые по-любому. Давай по грибам туда наверх поднимемся. Да и все, вот на этот гриб, потом туда повыше. Или куда? Или по этому уровню пойдем. Ну что там в телефон? Нету, вот туда дальше пошли. Может легче птера выпустить и полететь? Здесь нельзя летать. А-а-а. Что-то зиплайн натягиваешь? Что-то это не... криво, да? Угу. Сейчас новый. Начну, подожди. Ты его вот к этому столбу прикрути как-нибудь, или вон к грибу прикрути, вон грибы, дальний гриб, Миш. Все, поехали. Он просто сквозь текстуру шел. Здесь повыше надо было. А не, нормально все. Все, я вроде справляюсь с зиплайном.
Ой, блин. Учись помаленьку, да? Да-да-да. Не то, что на базе сидеть, да? Век живи, век учись. Ты смотри в телефоне, вдруг увидишь кого. Да кого я там увижу? Рой насекомых, Масс Хопс. Танабоа. Барионикс. Барионикс. Ты посмотри от центра, мы далеко вообще ушли. Они вроде как в центре там должны быть. Да они на всех этих деревьях не могут быть. Вон туда надо. Пошли сейчас на вот это дерево. И ты думаешь, мы туда перейдем? Да. А, не, это по краешку. О. А как же для я для этого тут... много, для этого много кошек надо. А как же я? Блин. Так, ну чё, по этой ветке бежать? Без крыльев тут реально херово, хероватенько чё-то. Ой-ой-ой-ой, блядь! Чуть не свалился. Сильно что-то я перепрыгнул. Ну чё там? Есть кто? Живой. Блин, пираньи всяких показывают. Во, 25-й есть. Обалдеть, 25-й. Первый появился. А где он? Подожди, я даже не вижу его. Карбонемис. Аба. Бладсталкер, да, 25-й. А, вон он внизу, аж в самом. Ты видишь? Угу. Это, наверное, его там сожрали. Вон, перемещается, кстати. Я тебе говорю, нам надо на то дерево стопудово. Сейчас туда и пойдем. Ай, бля! Да твою мать! Пиздец. Я, короче, свалился. Труп. Да сидите вы нахер! М? Свалился я, короче. В сторону... Труп нет? Нет, не труп. Блин, я тебя не вижу, Миш. Я тоже свалился. Да блин! По смартфону, вот он я. Наверху? Вот я за тебя, повернись назад. Всё, вижу. А, вот он, Бладсталкер. Бладсталкер. Пошли. Лупить его. Где кто? Вон Бладсталкер, вот за этим деревом. Вот, вот, вон он сидит, Миш. Что, ты его завалил? Да, побежали. Бладсталкер сидит. Гигантский паук. Да, здесь воришка. Иди нахер. Бегамакс, так телефон мой украл, сука. Бей его. А? Бей его. Паук, Миш, какого там уровня? 25-й. Меня схватил, я его убил уже, все.
Тут еще один сидит. Мне хп мало осталось. Сейчас хильнусь. Этот хер бегает с моим телефоном, ты прикинь, сука. Где ты, сучара, ебаная? Давай, мне телефон, блядь. Удалено криокапсула гача, сукчара. Блядь, я его убить не могу. Миш, давай, помогай на помощь. Тут и этот, и Барионикс еще. И пираньи. Блин, гачу, короче, украл он меня. Сука. Где этот Пегамакс? Чара. Да что за херня? Меня бладсталкеры тут тянут. Блять. Нашел? Где он, Пегамастерс? Нет. Он убежал куда-то. Куда убежал? Да херу, бегал здесь по воде. Жесть просто. Может, он и тут где-то в воде обронил. Что, 45-й? Пегамакс, так? Да. Ну, скорее всего, да. Нифига, он убежал куда-то. Нет, это другой. Не, он вообще далеко убежал. Да все, проебал я гачу, сука. Сходили, блять. Ты говоришь, лучше на базе. На базе, конечно, лучше сидеть, ничего не проебывается. Ай, блядь. Я же тебе сказал, этот Пегамастерс. Ты прям к нему прибежал, что ли? Я его начал убивать топором. Зачем ты его начал убивать? У него хп дофига. Бластаукер 15. Че это трой, блять, заебал. Трой, да. Без остановки фигачит. И все. Все, гачу я прохерил, короче, блять. Вот сука. Так, пойдем дальше. На нулевом слоте всегда что-нибудь бесполезное носи. Да у меня телефон был на нулевом слоте, чё? Он второй раз... Второй раз, короче, я когда за ним погнался, за телефоном, за этим, блин. Он уже спиздил у меня этот криопод. Куда-то полетел. Да я вижу, кто-то меня там подтягивает. Вон он на дереве. Посмотри, какой он уровень. Не могу, Рой. Двадцатый. Без остановки фигачит. А вон еще один сидит. Стреляй в него. 85-й, Миш. Стрельни в него. Кого? В них стреляй. Пусть падают. Кстати, там еще он один. 150-й, Миша. Где? Вон он. Где вон он? Блин, он меня хотел потащить, и кто-то меня это... Раба, что ли? А как сделать, чтобы он меня подтащил? К нему залезть. К нему залезть? Да.
Блин, не могу я к нему залезть. О, вижу 150. Иди я к нему полезу. Да блин. Почему он меня бросает? А? Когда он тебя тянет, ничего не делай. Так я ничего не делаю. У меня какая-то хрень. Вот я ничего не делаю. Вот он меня тянет. Теперь он меня начинает, походу, это... Стать кровь. Пакет крови. Эффективность приручения. 57%. Почему так? Ты его бил, что ли? А? Ты его бил, наверное. Я его вообще не бил. 135 есть еще. Что-то пакетов до хера уходит, слушай, Миш. 8,6%, 8,9%, 9%, 58 пакетов уже. 63 пакета. Семьдесят пять уже пакетов, только 12%. Мне так не хватит пакетов, слушай. Сто пакетов крови. Ну фиг его знает, даже. В прошлый раз приручал 201-го, 160 пакетов не было. Вот смотри, уже использовано 120 пакетов. Эффективность, низкая эффективность, высокая должна быть. Ты либо бил его, либо сорвался, не знаю, из-за этого, наверное. Он уже у меня выпил. Приручает 22%, 150 уже пакетов. Мне не хватит. Мне, наверное, не хватит, да? Угу. Так и что мне делать? Ничего, отпускаться и все. А как мне отпускаться? Ну рукой бей просто, а. И все. Фу, блин, потратил только пакеты. Внимательный выживший. И я сдох. Надо было тебе сразу отпускаться. Ты посмотри его эффективность. Нет эффективности, значит все. Смысл приручать его без эффективности. Это пиздец, короче, гачу прохерил. В том-то и прелесть симуляции Genesis. Сейчас я попробую. У тебя всегда есть еще один шанс. Броню только одеть надо. Просто твое приручение останется, но мне это интересно. Но заметила еще одно изменение в симуляции. Вряд ли это было в планах разработчика. Это связано с болотным газом в биоме болота. По идее, если дышишь им слишком долго, то просто заснешь, и все. Но сейчас он убивает выживших сходу, не вдыхая его без маски. Сбросил. На меня Рой нацелен. Его, наверное, убить уже надо. Он забаговался уже. Ты там в какой стране? Я арбалет убрал просто, и он меня скинул сразу же. Короче, дальше он будет топать. Ты умер, да? Да.
Я дальше пытаюсь пройти. Его бы убить сейчас желательно. Либо оставить. Оставь, поставь какую-нибудь метку или кровать там. Мне уже 5 крови сожрали, пока поднимали. Исправляя этот глюк, я подсмотрела одну из версий истории симуляции Genesis. Когда создатели симуляции завершали свою работу, мир уже рушился. Эта симуляция не была единственной крупной на тот момент, но однозначно самой изощренной. Интересно, что произошло с остальными симуляциями? Их удалили? Если да, то как и когда? Блин, я своего луча этого вообще не вижу. Зачем тебе твой луч? А что мне делать? Ты где ходишь? У меня телефона-то нету нихуя. Грёбаный генезис. Теперь по 10 раз вот делать одно и то же. Гачу приручать, фундаменты строить. Вот это мне и не нравится. Яркая такая игра. Яркая такая игра. Что-то теряешь, что-то находишь. Здесь тем более опасно. Да здесь этот легкий биом, типа, он на самом деле нифига не легкий. Довольно сложно. Тут вообще без защиты от насекомых вообще нельзя, блядь, бегать. Ёбаные насекомые. Да ё-моё, блин. Не знаю, где мне их тут искать, тут как бы без телефона, походу, вообще жесть. На деревьях тут смотреть. Сейчас проебу вообще все креоподы. Короче, нахер. Крепот украсть может только Пегамастекс и Ихтворнис. Больше никто. Как в том-то и дело, что. Не знаю, не нравится мне тут прохеривать предметы. Который бегал-бегал, колотил, короче. И прохерил. Жалко как-то. Нахер мне этот паук, слушай. Я ж так думаю. Гача была, блин, нужнее, чем этот. Идиот один образ, ты с собой взял гачу, скрепно. Вот ты волка с гачей, с креоподом не хотел бы, гачу взял. Да я взял все креоподы. У меня они и были все.
Рой этот задолбал просто. Ну, сейчас отстает маленько. Да писец. Меня он сейчас сожрет. А я хоть на зиплане научусь летать, ёп. Ай-яй-яй. Вот и я упал. Блин, а где здесь, как тут метнуться назад? А? Чего? Да нахер отсюда уйти? Я уже устал от этих насекомых бегать. Через миссию. Опять они что-то летят. Дайте мне москитол, ёпт. Комары, бля, заебали. Через ближайшую миссию, да? А где миссия у нас? Список миссий, да? И вот появилась пыльца. Отслеживать миссию. И она вон на 450 метров. Все, я погнал нахер отсюда. То сейчас все криоподы прохери. Так, ладненько.